Ульяновске наградили лучших бизнесменов в 22 номинациях. В 2023 году бюджет области малое и среднее предпринимательство принесло на 17% налогов больше, чем годом ранее. Региональный бизнес активно развивается и увеличивает объем продаж. Во многих направлениях объемы продаж существенно увеличились. Мы продолжаем серьезно наращивать свой объем продаж как в традиционной офлайн, так и в онлайн торговле. На ведущих маркетплейсах российских только за 2023 год наши компании продали более чем на 10 миллиардов рублей. Аналогично идет рост и на экспортном направлении. И мы буквально на днях докладывали губернатору о том, что по сравнению с 2022 годом, 2023 год показал рост в 20%. То есть мы постепенно выходим из того шока санкционного, который на какое-то время заморозил текущие продажи и проекты. В номинации «Лучший предприниматель в сфере промышленного производства» выиграла Ирина Акимова. Ее компания занимается полным циклом производства детской одежды. Ориентируется в основном на активных малышей. Шьют спортивную, домашнюю, тренировочную и повседневную одежду. А продают изделия на маркетплейсах. Также компания занимается благотворительностью. Помогает участникам СВО и трудоустраивает людей с ограниченными возможностями. У нас сейчас чуть больше 50 человек работает на производстве. Продаем мы примерно на 60 миллионов рублей в год. Производим где-то в неделю 1,5-2 тысячи изделий. Производство детской одежды осмотрел губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Он пообщался с сотрудниками и ознакомился с ассортиментом компании. Руководитель региона пообщался и с лучшим предпринимателем в сфере творчества. Мария Логачева в Академии одаренных детей занимается с ребятами от 2 до 18 лет. Около 500 воспитанников посещают школу раннего развития, дом моды, хореографические и театральные классы и многое другое. Прошедший год был непростым, однако, несмотря на все внешние воздействия, вызовы, наша экономика продолжает развиваться. И мы понимаем, что за этим стоит огромная сложная работа, как с вашей стороны, так и со стороны региональной власти. Отечественный бизнес становится активнее, смелее, растет количество субъектов малого и среднего предпринимательства, численность занятых в этой сфере. И это здорово. Потому что независимо от сферы деятельности, от объема производства, нашему региону важен ваш бизнес. Именно развитое бизнес-сообщество – это гарант экономической стабильности региона в целом. Лучшим предпринимателем Ульяновской области 2023 года стала владелица фитнес-клубов, ресторанов и диагностического центра Елена Ежова. Всего в сфере малого и среднего предпринимательства занято около 200 тысяч жителей региона. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.